Я обожаю, Анечка, такие сумки, которые можно носить как с укороченными ручками, так и на удлиненной. Причем наша ручка регулируемая, имеет регулируемую длину. Обратите внимание, что это как у ремня, вы делаете ее меньше, короче или длиннее. Посмотрите, мои дорогие, на металлические фиксаторы. Благодаря этим вы выбираете для себя вариант, например, с лямкой. Сумка с лямкой. Как это здорово, постраивайтесь под себя, это очень удобно. Света, а что это за материал? Как он будет вести себя, например, в грязную погоду, испачкается? Вот ты знаешь, сейчас я хочу предложить нашим модницам сумку Elliot из эко-кожи. Сейчас многие производители используют этот материал не только в обувной промышленности, но и для пошива аксессуаров. Во-первых, вот посмотри, если честно, она напоминает нам кожу, крокодиловую кожу. Но я хочу тебе сказать, что крокодиловая кожа стоит бешеных денег. Мы рекомендуем нашим модницам аксессуар под кожу крокодиловой, дорогие друзья, но это качественная эко-кожа, которая один в один напоминает нам натуральную. Вы только вдумайтесь, сколько могла бы стоить сумка из натуральной кожи крокодила. Мне кажется, 3 нолика нужно было бы добавить к нашей сумке. А теперь у вас есть возможность приобрести сумку, похожую на сумку, сделанную из такой дорогой ткани, и при этом заплатить всего 649 рублей.